всем привет! Джейс спешит на помощь. Новый наш киберспортсмен, пытающийся на лунной поверхности свалить подальше от всех неприятностей. Посмотрим, что у него получится. Так. А, камушек-то бери, Джей, давай. Попер, попер. Так, тут ничего нету, там ничего не возьмем. Начал Джей. На первой же мышке освоили боль. Так. Ой. Ладно. Это, наверное, мы возьмем. Так. Ну, в принципе, пока идем неплохо. Хорошо. Вот и все. Баюшки бою. Не ложись на краю. Придет серенький волчок. И укусит за бочок. Так. О, прекрасно. А собакин остался на месте. Ну, как и следовало ожидать. Да. Тут тоже не фартануло нам. Но зато от летучки мышки мы ушли. Ах, ебан! Шел ты в баню. Баню. Так, мышка, я тебя вижу. Стопэ, стой там на месте. Сейчас я спущусь. Так. Бамс. А какого фига тут и индейка, и этот, как вот, что-то странно. Ладно. Так, пока сосуд с собой возьмем, не знаю, как там получится. Давай его тут поставим. Потом этого возьмем. Так. Ай. Да ё-моё. Так и знал. Так, я даже туда не пойду. Ну его нафиг. Так, ключ. Туда. Так, какой, блин, я его... Ай! Дай ёпона бог, а! Так и знал, что что-нибудь сейчас Джей натворит. Натворил. Падение. Хорошо, молодцом. Не, ну молодцом, согласитесь, пока все равно. Джейнаш. Так. Иди туда. Потом будем из себя шашлык делать. Это я хорошечно упал. Так, этого тоже завалинули хорошо. Так, что у меня там? 21 тысяча. Ну, неплохо, да? Так. Это мое, извини, дядя. Я куплю. Так, подожди. Вот это да, куплю. Нехило. Ой, блин. Фартануло. Так, тут сейчас фартануло, ребят. Берем, запускаем сюда. А, вот и умерла подруга наша сердечная. Так, извини, я тут чисто бизнес. Так ушки. Бумеранга нам будет полегче. Не сильно, но в какой-то степени. Так. Ой, прекрасный выстрел. Thank you very much.
Ну, это не я, это кто-то другой. Это не я, братан. Братан, ну ты сам понимаешь, это не я сделал, да? Без обид, братан. Окей. Так, тут что такое? Ага. Непонятно, Собакин, блин, у меня одна граната, так что я пока это... Тебя не беру. Ладно. Так, а дедуля-то у нас где-то тут есть, нет, продавец? Да японский городовой, а? Так, ладно. Все, хера кому. Давай, иди сюда. Ну чё, ссышь? Все, не ссы. Так, использовал последнюю бомбу, как всегда. На бабло. Так, ну мне, в принципе, тут бомбы и не нужны, правильно? Правильно. Мне тут надо просто выбраться тупо. Удачно. Так. Ну. Ой. Ну, я говорил, удачно выбраться, а не так, как это. Так. Окей. Здорово, здорово, братан. Блин, как-то там уже шелпок кидается. А я здесь, я здесь, я здесь. Кукишки. Так, ладно. Че он нам хочет сказать, чтобы мы туда пойдем, а мы туда вот не хотим идти. Вот кукишки ему. Будем проход сюда ломать. Блин. А, нет, сломали. Е. Отлично. Бабла сколько, ребят, видали? Ну, как всегда. Профукали одно бабло. Давай сюда, иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне. Не достанешься никому. Раз не хочешь идти. Так, ладушки, ладушки. Да блин, 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 блин. Надо же было так упасть-то, а. Неудачно. А ты там пока посиди, отдохни. Так, ну чё, Джей молодец. Да, пока. Вроде как ничего, так он старается. Без бомбы всего, правда, но... Так, чувак туда ушел. Ой, что там случилось? Ха-ха! Да ну нафиг, это что, мне фартануло так, что ли? Вот это да, фортуна. На моей стороне была. Ой. Так, сейчас, подожди, подожди, не торопимся. Отличный выстрел. А чё сразу умер? Ну ладно. Нет, а чё, я не против умирать сразу. А, ладно. Ой. Стар-
страшно было. Так. Песик, ухана, что ли, уже? А чё, почему ему ухана? Понял, ладно. Бывает. Так, тут что такое? У нас какой-то тут проход. Ключ. Черт побери. Это для двери. Пошел в баню. Так, ладно. Как я без бумеранга-то пойду? Ни хрена. Так, а дверь-то я не видел пока. Ну ладно, возьмем ключ с собой. Там лево была, да, дверь? А, точно. Можешь подсказывать мне. Тогда все фартануло нам. Ну, как сказать, фартануло. Пока фартит. Thank you very much, братан. Так, теперь нам надо резко ускоряться. Нам надо резко ускоряться, у нас время поджимать начинает. Еще бы эти тут ничего не пустили только. О, блин. Так, ну этого нифига нету интересного. Так, ладно. Бомбы я бы купил. Хорошо. О, прекрасно. Так, ни хрена себе, Джей дошел до возможности сходить в гости к этому. Графе Дракула. Ха! Вот это крутяк, Джей. Да ты красавчик, Джей. Так, тихонечко спускаемся. Да-да-да, видите, вот у нас уже неприятности начались. Так. Так, вроде никакая лава тут пока нам не страшна. Ну, естественно, надо взять бабосики. Вот он. О, ребят! Крутяк, мы дошли до Дракулы. Я не знаю, сможем мы там сейчас что взять или нет. Хрен его поймешь, короче говоря. Там Дракула-то такой парень. Но я еще его не видел, сам-то ни разу, так что... Ну, только у ребят, которые прохождение делали. Только у них. Так, ладно, деньги это не важно. Главное, Дракуляту посмотреть. О, музычка, конечно. Санспинс хороший. Так, делаем помощников. Потому что они мне будут помогать. О, ёшкин-дрошкин, я еще одного персонажа открыл. Привет. Ой, блин, так, стрела, по-моему, уже валяется, да? Так, хорошо, вон там кто-то уже летает. Ребята, кто-то летает. Давайте, мочите его. Ой-ой-ой, как тут хорошо. Так, ну вы пока с ним мочитесь, а я это... Так, а я тут пока полажу. Ой, вы мои киллеры. Ай. А Дракуле-то хандринс уже. А Дракуле-то хандренс, ребят. О, я и этого мочканул. Так, а как эту штуку взять? А, его убил наш этот Ван Хельсинг. Еее, я теперь вообще крутой. Ну как крутой, он еще Дракула. А, все, Дракуленка нету. Да задрочил ты уже. Ну все. Братан! Сэнки, ты его мочканул. А, он его мочканул. Видите, вон тут стрела где-то была, я ее видел. Так, все, теперь мы валим. Ай! Ё-моё! О, вот как я спускаюсь. Смотрите, ребят. Блин! Ну какого хрена ты упал-то? Да, круто спускаюсь. Вообще ништячок. Вот это да. Вот это фартануло нам сегодня, ребята. Дракулу посмотрели. Ну как посмотрели, мы даже его не увидели, потому что его чувак мы замочил и все к херам.
Так. Ну так вот делаешь, он потихоньку спускается. Хорошо. Опа, 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 опа. О, там этот чувак. Но он мне не нужен. Японский городовой накрыло Дракулу, блин. Ребят, ну зато прикольно вышло. Да, давайте посмотрим. Мы нашли нового персонажа. И это Коко. Прикольно. Мы с вами продолжаем наши. Смотрите, у нас осталось, а тут... Так, еще больше половины, конечно. Так, это Анна, да? Ну все, понял. Все понятно, ребят. Ну что, мы молодцы. Я считаю, что сегодняшняя серия, хотя была не очень длинная, но она была очень продуктивная. Я просто рассказал, что Джей, чувак крутой, он нам что-нибудь даст нам. И он нам дал. Ну все, ребятки, подписывайтесь на канал. Мы будем дальше уже пробовать свои силы, наверное, тогда Коко. Попробуем подальше пройти. Всем пока, до свидос.